теперь давай, перечисляй, давай. Значит, что сгорело? Да? Лесоматериал сгорел. Лесоматериал сгорел. Так, да. Теперь склад сгорел. Сгорел. Вот, хорошо. Да. Так, теперь, значит, что? Машины сгорели. Сгорели. Да. Да. Этот гараж сгорел? Сгорел. Вот. Три электромотора. Здание. Ну, да. Здание сгорело. И значит, вся база. Вся база. Да? В общем, да? Да. Вся база дотла. Вот это подготовка. Это, понимаешь, подготовка. Ага. А ты, понимаешь, ворвался сразу. Понимаешь, пожар. Ага. Что ты, милый? Да. Извините, Василий Васильевич. Дуба можно дать, понимаешь? Пожар. Знаете, вот так вот впредь и поступаем. Ага. Постепенно, ага. К слову, вскоро. Ага. До свидания, Василий Васильевич. До свидания. Понимаешь? Главное, мы с тобой это только вчера были на базе, все было в порядке. И вдруг такая... Что жарко было, я там свой макинтош снял. Это серый? Серый. Хороший макинтош? Бабардино. 180 дал. Он у меня здесь вот. Да. Погоди. Что ты говоришь, что там... Действительно, что все сгорело? Все, Василий Васильевич, все! Как есть все! На 4 миллиона убытка! Не 4 миллиона, а вот 180 габардинов. И что? Да и плащ ваш, конечно, сгорел! Что ж ты мне, мама дорогая, главное-то не рассказывай. Ой!